Движение на Театральной площади в Твери будут перекрывать в течение 3 дней. Связано это с проведением до 25 сентября Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Киновечи». Возрастной ценз от плюс 6 до плюс 18. Территория будет перекрыта для проведения мероприятий 21 сентября с полуночи до 9 часов вечера. На такое же время 25 сентября. Наконец, 29 сентября с полуночи до часу дня. Объезд транспортных средств будет производиться в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения. В четверг ее освободят для организации так называемой «красной дорожки».